Как будто корабль наткнулся на рифы. Я плыть не могу, на душе тяжело. Сбиваются мысли, не льются молитвы, и кажется, будто вокруг только зло. И кажется, будто никто не заметит, никто не поможет, никто не поймет, что я навсегда здесь застряла. И ветер корабль на щепки сейчас разобьет. И кажется, эти минуты часами. Часы, словно тяжкие длинные дни, я выход не вижу своими глазами. Нигде ни просвета, лишь тучи одни. Но вдруг вдалеке чья-то тень показалась. По волнам навстречу мне кто-то шагал. Я в ужасе вскрикнула, так испугалась. «Не бойся», — уверенно голос сказал. Когда я услышала голос прекрасный, то солнечный луч мои тучи пробил. Ушли все сомнения, и мне стало ясно, ко мне Иисус через воды спешил. «Учитель, учитель, я здесь, я застряла!» — я крикнула громко с борта корабля. «Так долго душа по тебе тосковала! Иисус мой, я вижу и слышу тебя! Позволь мне оставить корабль разбитый, вели мне по водам навстречу идти!» А ветер крепчает и воет сердито. Христос отвечает: «Не бойся, иди!» Я смело шагнула. Исчезли сомнения, исчезли печали мои без следа. Смотрю на учителя я с восхищением, забыв, что у нас под ногами вода. Иду я навстречу Иисусу спокойно. Хоть там, позади, мой корабль трещит. Хоть слева и справа огромные волны. «Не бойся, иди!» — в сердце четко звучит. Аминь.